Блин, только включила, хотела тебе рассказать, что за пирог. А тут канонада такая, блин. Короче, глянь, какой пирожок. Если доживу до завтра, сниму еще, расскажу. Короче, стакан варенья, 250 грамм муки, 100 грамм масла постного, 50 водички, если будет сильно густо. Если кислое варенье сильно, можно сахар добавить. Все размешивается, добавляется сода и немного уксуса. Все. Это все перемешивается в форму и в духовку минут на 35-40. Очень вкусный пирог. Очень дешевый. Ни яиц не надо. Вот. Ни молока. Ничего не надо. Ни сахара, стакана, никакого. Все.